тобой вариант есть пробиться. Куда? Да. Ты хочешь пробиться? Так мы познакомились. Я знаю Алининого мужа 10 лет. И у меня двое детей. Двое. Один. Мы познакомились через него. Да. How are you? We are. То я по нации, как вы думаете? Татарка. Ну почти. И еще есть разные дополнительные. Кровушки, да? Ну, мы замешанные. Да. От вас прямо такой релакс. У нас такой релакс, вы не представляете просто. Просто у Алины, как интересно. Я не из Татарстана, я из Узбекистана, но я казанская татарка. Я пониже Вики на 30 сантиметров, целых 3. Сколько метров? 74 у тебя? 5. 5? Значит, на 2, на 2. Потому что я 77. Мы вашего отдыха ждали больше, чем вы, чтобы посмотреть вас в эфире. Класс, так приятно. Это приятно. Очень приятно, да. Да. Как мы ждали и этого отдыха, ответь. Знали бы вы, да. Я отвечаю, что на какой вопрос? В Казани, конечно. Сумки какие в этом сезоне лучший бренд? Какие вам нравятся, наверное, я не знаю. Не знаю, я вообще-то в этом плане... Алейкум. Валейкум салам. Я как-то вот Шанель и Эрмес ношу постоянно. И иногда, ну вот я недавно выставляла в Инстаграме новый прикольный бренд, я нашла. Я у Рианы увидела как-то, и потом узнала, где они в Дубае продаются, и в Москве открылся Привет, магазин. Привет, Казань. Да скоро будем спать. Что-то Алинка ко мне пришла, и решили к вам зайти. Где в Сочи нравится? Ну, я была и на Поляне, и... Весне была. Ты меня игноришь? Нет. Я просто, наверное, не успеваю читать. Kisses from Madrid. Oh, hola, Madrid. Hola. Алина мусульманка. Так точно. Мы не отвечаем на вопросы касательно политики и религии. Да. И куль. Чтобы попробовать себя в различных кастингах красоты, обязательно нужно портфолио. Ну да, конечно, нужно. Желательно с хорошим фотографом. Да. Казахстан, привет. Девчонки-красотки, спасибо. Что такое Яката? Яката — это Екатеринбург! Привет! ЕКБ! Мы с вами! Поэтому Алине удобно в Эмиратах. Значит, удобно. Ей удобно, потому что у нее там семья. Если не секрет, какой заработок? Привет, Ташкент. Секрет. Я в Ташкенте. Привет, Ташкент. Никогда не считайте чужие деньги. Плохая связь? Я малышей спать уложила и вас смотрю. Привет. Мы вас очень Привет. Понимаем. Я так точно. Да. Пусть детки спят. В ЕКБ люди заново санки достают. Да вы что, у вас снег, да? Блин, там, конечно, даже летом холодно. Я помню, мы когда жили в Екатеринбурге, я помню, представляешь, мы в августе из Москвы уезжали, там, типа, из серии 31 числа. Я приезжаю в начале сентября, а там просто 8 градусов. Я думала, что я с ума сойду, а я вообще холод ненавижу. Что мы так блестим? Мы в креме уже, мы уже спать собирались. Счастливы. Алина, бывает в Москве, бывает, скоро повезу детей, приеду. Какого у меня цвета нет вообще маникюра. Я лечусь на Мальдивах. Да. Вот. В Москве ветер сдувает с ног. Не хочу в Москву. В Москве ветер. У нас в Дубае был такой поток, что нам ремонт грозит дом. У нас метр воды залило. У нас весь паркет сбух. Мы все меняем. Поэтому вы о чем? Погода везде аномальная сейчас. И такие лапочки. Мы на Мальдивах. Что вот это за... Что лучше, биоревитализация или меза? А это же одно и то же, нет разве? Аквапарк в Дубае, Wild Body. Чем занимаетесь, Алина, в Дубае? У Алины агентство, которое организует ивенты, и плюс мы организуем матрешку-фестиваль. Это фестиваль русской культуры, уже 100 раз говорили. Привет, Магнитогорск, привет. Дагестан, ты когда? Скоро? Пока не собираюсь, приглашайте. Вика, помнишь, ты выходила в перископ в Париже с мамой? Ну что там? Жених маме нашел ее. Мамин.
Я не помню, если честно. У него же ник какой-то был там. Мы этим глазом спим. Я уже почти двумя сплю. Не хочу ли я жить в России? Нет, не хочу. Я жила там целых 3 года. Пока не хочу. Пробки меня убивают в Москве просто на самом деле. Но я люблю Москву летом. Летом классно. Да, летом мы там живем. Масленица как прошла? Хорошо. Отлично, English. Хорошо. Мы готовили прямо what на сцене. What would you like to listen English? Из Лорды мы видим вас. Вам тоже привет. Какой любимый аквапарк уже ответили? В Алдваде лучше все-таки. Просто ближе. Так много народу. Передай Кокорину, что он не футболист. Сам передай, я причем. Зачем вы так говорите про людей? Стоит ли переехать в Дубай на ПМЖ? Если у тебя есть работа, то да. То имеет смысл, да. Викуся, люблю тебя. Спасибо большое. Очень приятно. Для мальдивчанок. О, мы мальдивчанки, да. Музыка такая пошла. I want you to sing. I want you to dance, okay? Dance for us. Сладких снов, спасибо большое. ЕКБ, привет. Вот у вас жизнь, на вас пахать и пахать надо. Но мы уж сами разберемся, что с нами надо делать. Милашки, спасибо. I'll dance with you, baby, if you sing. Oh, come on. Let's go sleep. Если работа в сфере обслуживания, я думаю, что стоит тогда, да, потому что в Дубае очень много отелей. Очень развита сфера обслуживания, да. Все мне кажется, этого начинают встречать, это возможно, очень многие так приезжают, начинают, а потом продвигаются дальше, поэтому это хороший, можно начать попробовать. Это мы танцуем? Или у нас в голове танцуют? Как лучше держать, интересно? Да, у меня же, честно говоря. Давай я подержу. Он слишком юн, что? Боже, ну опять, неужели вы до сих пор обсуждаете моего бывшего мужа? Неужели вам не надоело? И знание английского в Дубай лучше не приезжать. У меня сейчас учителя бедные не знают английский. Это действительно очень тяжело. Лучше проблема. Это проблема на самом деле. Хватит писать грязь и сплетни. А кто тут пишет? Я не видела ни грязь, ни сплетни. Я из Ростова, живу в Ташкенте. Класс, вот видите. А я из Ростова, а Алина из Ташкента. Красиво, спасибо. Прилетайте на Мальдивы, здесь правда очень красиво. Здесь очень классно. Я, честно говоря, могу быть уже экспертом по Мальдивам. Да, я очень часто бываю по несколько дней в разных отелях. Могу дать совет, кстати, если кому-то надо. Эффективный способ изучить английский. Мне кажется, надо парня англоговорящего. И на самом сразу деле выучить. Разговорная речь помогает очень сильно. Привет, Донец. Плохая, что делать? Донец, привет. Викуся лучше. Привет из Ставрополя. Привет, Ставрополь. Дай совет по поводу чего? Мальдивам можно вам написать лично? По Мальдивам? Ну, напишите, что вы хотите. Я могу просто, ну, как человек, который очень много летает, и я бываю в разных отелях, посоветовать вдруг, если что-то надо. Как мне Кипр? Мне не очень нравится. Соня, привет. Волгоград, привет. Самара, привет. Парни иностранцы сильно отличаются в отношениях. А ты на что? Ой, не то. Не того человека заблокировала. Зай. Ну, бедный человек, как он будет жить теперь без наших трансляций? Это невозможно. Ну, потому что, извините, кто-то пишет неприятные вещи и хочется удалять. На самом деле просто невозможно
На свадебное путешествие на Мальдивы приезжайте. Ой, на самом деле, да, максимум 7 дней. Вот тут нам сегодня нет, рассказывали. Я не согласна. Как... Слушай, мы и 2 недели жили, на самом деле. Хорошо, и было нормально. Сейчас сказали, что за 38 дней прилетают наши, причем наши из России. Я не знаю, ребят, ну, конечно, неделю здесь выдержать замечательно, может быть, 2, но больше этого я просто от скуки можно померить. 2 недели, причем не после свадьбы, а уже на следующий год. Не знаю, в общем. Ну, все зависит от того, какие отношения. Ласковый вопрос, что мы делаем? Мы лежим и почти спим. Мы спим. Трек футболом всерьез прям увлеклась? Ну, давно, конечно. Я не могу жить без футбола. Я в Непале не была, не могу сказать. Посоветуйте отель до 80 тысяч рублей. Не успела. Джорджия, хай. Сонный, да. Мы сонные, правда. Какое любимое блюдо? Жареная картошка у меня. И пельмени. У тебя еще есть индусское блюдо. Да, и баттер чикен масала. Масала, масала. Привет. Красавчики. Где вы сейчас? Мы на Мальдивах. Скажите трек, ребята, это работает Apple Radio, поэтому мы не знаем, что за трек. Включите свет. Зачем? У нас же ночь. Сколько время? Наверное, у нас час. Где-то уже полвторого. Я за Барсу болею. У тебя талия не для пельменей. У нас она у всех не для пельменей, но нам очень нравится наша русская еда. Очень да. Любим. Радио Айфон, да, радио Айфон, знаете, Best Charts называется. Да, эту девку-то все знают. Так, привет вам от кого? До 100 тысяч, не знаю. На Мальдивах? До 100 тысяч, а 100 тысяч это 1000 долларов? Кстати, может быть, Джеймона Фару может быть, да. Джеймона Фару я вам советую. Да, мне кажется, там можно хороший. Найти. Нам понравилось. Виллу там и для семьи за хорошо. Такие деньги за преднормальные. Так. Мы давно знакомы. 4 года. Я знаю Алининого мужа очень много лет. Раньше меня. Нью-Йорк. Привет. Хай. Я тоже хочу так говорить по-английски, как Вера вы. Вера хорошо выступила. Спасибо ей. Да. Поцелуй, что ли, ты дурак? За границей дешевле отдохнуть, чем в России. Ну, не сказали бы. Ой, я не туда нажала. Смотря где. Наверное, все-таки какая в Крыму дешевле, чем на Мальдивах. Какая нравится марка одежды? Мне нравится Энтони Вакарелло. А я даже знаю, почему. Нет, ты не знаешь. Я опять не туда нажала. Зай. Все, у меня рука устала. Даже рука устала просто. Подожди. Все с телефона. Что за стриптайз? Ну? Что с телефоном? Подожди. Почему он так? А, вот так. Тебе солнце не надоело? Нет, я не могу жить без солнца. Вы симпатяги. Девчонки, а вы игривые? А на Сейшелах были? Нет, не были. Нас звали, но мы еще не долетели. Алина всегда хочет спать. Это правда. Причем на самом деле она всегда. Это просто человек сон. Насколько я человек, уже глаза слезятся, вот мне уже пора. Значит, ты сама ко мне пришла. Я вообще собиралась спать. Ну, вы сейчас. Были на Сейшелах, как вам понравилось? Сколько языков знаете? Я 2,5. Яром пополам, как говорится, по-узбекски. А ты узбекский знаешь? Ну, вообще-то неплохо знаю. Скажи, понимать по-узбекски.